Добрый день, меня зовут Сергей, и вы на канале «Мурашник в дома». Сегодня у нас на канале большое событие. Наконец-то к нам приехали новые питомцы, которые, я надеюсь, займут свое место в видео на нашем канале. Да-да, у нас появились новые муравьи. Очень маленькие, но такие умильные. Итак, муравьи рода Тимноторакс. Совсем недавно мы выкладывали видео про этот род. Эти маленькие древесные муравьи приехали к нам из Белой Церкви, районного центра Киевской области. Пока их новый дом возводится и еще не готов к заселению, мураши поживут в родной пробирке. Когда они только приехали, пробирка запотела изнутри, и основную часть семьи было не видно, что заставило меня серьезно поволноваться. Все ли нормально с мурашами? Не утонули ли они? К счастью, на следующий день стенки высохли, хотя мелкие частицы, приклеившиеся к ним, продолжали мешать съемке. Тем не менее, мы уже смогли рассмотреть семью более подробно. Спасаясь от излишней влаги, мураши залезли на губку и унесли с собой расплод. В обычном свете они выглядят коричнево-бурыми, но стоит их немного осветить, и эти малыши начинают нас радовать всеми оттенками золота и янтаря. Посмотрите, какие они красивые. Маленькие, но такие изящные, с очень спокойным нравом. За все время, пока я перемещал пробирку и вел съемку, у мурашей ни разу не началась паника. Для поднятия настроения мурашам и в качестве моральной компенсации за пережитые неудобства при переезде, я выдал малышам капельку глюкозы и кусочек личинки мучника, которым они сразу проявили заметный интерес. На сегодня это пока все. Ждите новые видеоблоги о наших новых питомцах. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите в комментариях и до следующего видео.